Приветствую вас, друзья мои! Я вновь с вами, мои верные зрители. Мои сопроводительные прогулки набирают оборот, и поэтому я немного выбилась из графика по загрузке видео на канал Тати Рома. Когда я с туристами, снимать не удается. Вот сегодня выбралась погулять по городу одна, для того, чтобы показать вам, как украшают Рим к новогодним праздникам. Мы сейчас на площади Святого Петра. Как видите, уже стоит елка, а за заборчиком делают рождественский вертеп. Совсем скоро украсят елку и зажгут гирлянду, и тогда Ватикан будет готов к празднованию Рождества. Хоть ноябрь входит в число самых низких месяцев по туристической посещаемости, но поток туристов в собор Святого Петра всегда большой и оживленный. Вот сегодня я бы даже не рискнула отстоять такую очередь. Всегда хожу в базилику утром и вам советую. В это время нет очереди и в базилике спокойнее. Несмотря на скверную погоду, Рим не ощущаешь унылым и тусклым городом. Жизнь бурлит и в такую погоду. Если нет голубого неба и яркого солнца, а по улицам мелькают разноцветные зонтики, то наше внимание останавливается на других вещах. В такую погоду можно лучше рассмотреть архитектуру, а проходя мимо Тибра, можно заметить, как поднялась вода в реке, и вспомнить про все те наводнения, которые были в Риме в прошлых веках, когда набережная еще не была укреплена. Сейчас на зданиях домов можно увидеть метки наводнений с указанием года, высота которых просто поражает. Осень капризная и переменчивая, а сегодня еще и ветрено. Давайте свернем с моста Святого Ангела на одну из моих любимых улочек. Ведь сегодня я хочу показать вам, как украшают Рим к праздникам. Кто-то из вас уже бывал на улице Коронари, но это не помешает еще раз прогуляться по ней. Нижние этажи всех домов отданы под магазины, бары, рестораны и разные общественные заведения. В плохую погоду чуть ли не весь день свет горит в помещении. И проходя по улице, даже останавливаясь у входной двери, можно рассмотреть интересные интерьеры и товары магазинов. Вечно зеленые окна дома 15 века, вход в магазин украшен рождественской звездой, и тут же над фонарем находится икона Девы Марии. А по соседству в доме номер 156 и 157 жила знаменитая куртизанка Фьяметта. Здесь она жила и принимала своих многочисленных мужчин, в том числе и Чезаре Борджиа, внебрачного сына папы римского Александра VI. Но это не единственный ее дом, там дальше есть еще и вилла. Вообще она была достаточно богатая дама. Несколько лет назад я слышала о закрытой выставке ароматов в Эрмитаже, куда были приглашены искусствоведы. На тот момент я слышала, что итальянский парфюмер придумал аромат к картине Караваджо «Лютнист», и что все, находившиеся в зале с этой картиной, могли почувствовать аромат ириса, ромашки, жасмина, листьев апельсинового дерева, то есть аромат всего того, что изображено на картине. Но я никогда не думала, что тысячу раз пробегала мимо магазина, где работает автор аромата картины Караваджо. В пасмурную погоду я больше чувствую запахи, и сегодня, когда я проходила мимо магазина, была приоткрыта дверь, и оттуда шлейфом на улицу выходили райские ароматы. Я зашла, разговорилась с продавцом, а Лаура, хозяйка и автор аромата картины Караваджо, сидела в этот момент, работала за компьютером. Я спросила, какой самый популярный и продаваемый аромат. Она брызнула на блоттер бумажную полоску, и я почувствовала запах. И почти молниеносно произнесла: «Я чувствую запах барокко».
И каково же было мое удивление, что это был запах амбра антика. Это настоящая симфония прошлого. Что-то такое винтажное и не поддающееся описанию. Одна из коллекций ароматов была создана специально для королевы Великобритании Елизаветы II. Если вы любите Рим и хотите увести с собой запах этого чудесного города, то вам непременно надо прийти в этот магазин. Потом мне брызнули на блоттер воду, которая называется «Римская церковь», «Розы Афродиты», «Знаешь ли ты, что я люблю тебя», «Лаванда Леонардо». Это нестандартные, роковые, внезапные и мистические запахи. И даже, можно сказать, многогранные. Вот где-то средняя цена. Цена ароматов за 100 мл – 98 евро, 50 мл – 56 евро и 7 мл – 14 евро. Магазин Лауры неприметный, его очень легко пропустить. А сейчас покажу вам магазин, который находится напротив. Его вы точно не пропустите и остановитесь его сфотографировать. Выйдя из магазина, надышавшись амброй, Рим стал еще прекраснее, чем был. Пойдемте гулять дальше. Эта площадь очень часто мелькает в итальянских фильмах. А сделав однажды фотографию здесь, вы запомните ее навсегда и даже будете узнавать в фильмах. Уверена, что в этом баре кто-то из вас пил кофе. Миленький бар, и его всегда очень красиво украшают к праздникам. Вон оттуда мы с вами пришли. От улицы Коронари по обе стороны отходят средневековые улочки и переулки. Пройдя через самый узкий переулок Рима, Виколо ди Сан Трифоне, мы выйдем с вами на улицу Золотой Маски. Вот так выглядит самый узкий переулок Рима, если вы оглянетесь назад. А вот и улица Золотой Маски. Ее обычно туристы проходят мимо. А мне хочется все-таки обратить ваше внимание на эту улицу и дом, который был построен в XVI веке. В то время это было очень модно расписывать дома, и этим занимались многие художники эпохи Возрождения. Если почаще будете поднимать голову вверх, то на домах будете замечать такую красоту. В кадр попал еще один дом, который принадлежал куртизанке Фьяметта. Время обеда. Я зашла купить кусочек пиццы. Эту пиццу продают на вес, а для туриста это идеальный и быстрый перекус. Ресторан «Санта Лучия», где проходила съемка фильма «Ешь, молись, люби». Ресторан с прекрасным садом расположен на крошечной площади рядом с площадью Навона. Сегодня был сильный ветер, и с крыши одного из домов у площади Навона упало что-то глиняное. Полицейские быстро огородили это место. А вот и самая красивая барочная площадь Рима – площадь Навона. И здесь же рядом можно рассмотреть остатки стадиона Домициана, который находится на 6-метровой глубине. Площадь Навона по форме повторяет стадион Домициана,
а оставшиеся трибуны стадиона послужили фундаментом для строительства домов на площади Навона. Отсюда я перешла дорогу и вышла на Виа делла Скрофа. На одной из улиц, отходящих от Виа делла Скрофа, стоит палаццо Скапуччи с башней и обезьянкой в окне. Легенда гласит, что однажды обезьянка схватила новорожденного ребенка хозяина и поднялась на самый верх башни. Услышав крик ребенка, люди взмолились о его спасении. Ребенка спасли, а обезьянка так и осталась в этом доме, но теперь уже в виде игрушки. Внизу находится парикмахерская. Здесь тоже часто снимают фильмы. А это фотография Джулия Робертс. А сейчас давайте прогуляемся по Виа делла Скрофа. Если идти по ней прямо, она приведет нас на Пьяцца дель Пополо. Как я уже говорила, на первых этажах находятся магазины, бары. Так что, прогуливаясь по римским улицам, даже не заходя в магазины, можно изучить весь ассортимент. А сюда стоит заглянуть. Здесь можно попробовать огромный ассортимент сыров и салями. Вы можете взять большую тарелку нарезки, расположиться в зале за столом и не спеша пробовать и наслаждаться. На этом Виа делла Скрофа заканчивается. Я повернулась назад, чтобы показать вам, какая эта улица длинная. Цветочный магазин, а внутри находится картинка афинской школы Рафаэля. Сейчас Виа делла Скрофа перешла в Виа ди Рипетта, которая приведет нас на Пьяцца дель Пополо. Кто-то из моих зрителей спрашивал, где можно купить что-нибудь для декупажа. Записывайте адрес. Это отличный магазин. Вот мы и дошли по прямой до Пьяцца дель Пополо. Вот из-за таких красавцев потом и ограничивают всех туристов. Но этот парень явно не турист, а 100% итальянец. Надо же было залезть на льва. С Пьяцца дель Пополо можно смело идти по любой из этих трех улиц. Мы пришли с Виа ди Рипетта, в центре Виа дель Корсо, которая приведет на площадь Венеция, и крайняя Виа дель Бабуино. Вот по ней мы сейчас и прогуляемся до Испанской площади. Смотровая площадка с холма Пинчо. Виа дель Бабуино. Галерея искусств. Я, кстати, ни разу не заходила сюда. Давайте заглянем. Что же нам покажут? В этом небольшом бесплатном зале галереи были выставлены машины, мотоциклы, скульптуры, разнообразная мебель. Я обошла весь зал и на выход. И вы, дорогие друзья, заходите сюда.
В Древнем Риме полулежащего Селена божества фонтанов изображали старым, полным, лысым, в общем, неким уродцем. Когда нашли эту статую, то римлянам статуя показалась отвратительной и безобразной, что они прозвали ее бабуином. А сейчас бабуин украшает улицу, которую назвали в честь его ресторан Канова Тодолини. Когда-то это здание было мастерской известного скульптора Антонио Канова. В дальнем зале находится туалет, миленький магазин для детей, по этой улочке можно выйти на улицу Маргутта. Рассматривая витрины и дворики, я потихоньку дошла до площади Испании, которая получила свое название по расположенному на ней испанскому посольству. Посмотрите, какой миленький дворик с фонтаном я встретила на пути. Прямо у самой площади Испания я решила свернуть на Виа делла Кроче. А здесь и магазин парфюмерии острова Капри, и магазин пасты, где можно купить порцию пасты за 4 евро, и уже по-новогоднему украшены узенькие улочки. Вот здесь вы полноценно можете покушать всего за 4 евро. А вот и сказочные улочки. Уходить отсюда, ребята, вообще не хотелось. И невозможно было пройти мимо кондитерской Помпи, очень популярное место в Риме, где готовят самое вкусное тирамису, разные сладости и мороженое. Тирамису существует несколько видов – классический, клубничный, фисташковый, банановый, с лесными ягодами и с лесными орехами. Все придерживаются единого мнения, что король тирамису в Риме – это Помпи. Сюда днем и вечером устремляются сладкоежки со всего Рима. Помпи всегда популярен. И вот я наконец-то дошла до площади Испании. Знаменитый фонтан Боркаччо. Все так же не разрешают сидеть на испанской лестнице туристам. Улица Кондотти тоже уже украшена к праздникам. В этом здании находилась мастерская скульптора Бернини, а по соседству в церкви находятся два великолепных ангела, которых сделал сам Бернини. Первоначально они стояли на мосту Святого Ангела, а потом шедевры перенесли под крышу, а на их месте на мосту сейчас стоят копии.
Вы только посмотрите, какая красота! Подсвеченные витрины магазинов так притягивают, что хочется снимать все в подряд. А здесь я хочу показать вам не только ресторанчики, но и спрятанный между ними действующий акведук, вода которого поступает в фонтан Треви и другие фонтаны Рима. А потом зайдем еще в Риношенте, где на самом нижнем этаже находится этот же акведук. Как-то так скромно и незаметно спрятан акведук. Вот уже и фонтан Треви. Было бы неправильно быть рядом и не зайти сюда. В вечернее время фонтан Треви смотрится еще величественнее. Сицилийские каннолли, блины – это я точно не ожидала здесь встретить. Ну и как всегда показываю вам места, откуда лучше всего виден фонтан Треви. Не забудьте, что можно зайти в магазин, подняться на второй этаж, откуда открывается прекрасный вид на фонтан Треви. И здесь мороженое очень вкусное. Сейчас с улицы покажу, как выглядит магазинчик. Джелато, мороженое. Обратите внимание, сколько народу гуляет по Риму вечером. Сюда тоже заходите и заказываете нарезку. Здесь можно попробовать огромное множество салями и сыров. И напоследок приглашаю вас в это неприметное здание. Это Риношенте, торговый центр. Чтобы попасть на смотровую площадку, поднимитесь на эскалаторе на самый верхний этаж.
Посмотрите, какой прекрасный вид открывается отсюда. Риношенты работает до 10 вечера, так что не стесняйтесь, заходите и поднимайтесь на смотровую площадку. А сейчас я спускаюсь на эскалаторе в самый низ. Там, в одном из залов, находится акведук. Я даже не ожидала, но зал, в котором находится акведук, заполнен новогодними игрушками. Если вы будете в Риме в новогодние праздники, я советую вам заглянуть сюда. А вот как раз и акведук, про который я вам говорила, он находится прямо под торговым центром. А на этом я буду прощаться с вами. Надеюсь, что прогулка вам понравилась. Пользуясь случаем, передаю привет всем моим туристам, которые в эти дни гуляли со мной по Риму. Если вы планируете поездку в Рим, смотрите мои видео или записывайтесь ко мне на сопроводительную прогулку по Риму. До новых видео и до новых прогулок, друзья мои!